Вот уже 2 недели у руля окружной стоматологической поликлиники новый старый руководитель. Напомним, медицинское учреждение 15 октября возглавил Михаил Нечаев. В недавнем прошлом он уже был главврачом, затем, отработав несколько лет, покинул этот пост, возглавив региональное управление здравоохранения. Вернувшись, Михаил Нечаев сразу же приступил к устранению слабых мест, из-за которых страдают в первую очередь жители всего Ненецкого округа. Закир Вафин обо всем по порядку. Заступив на должность, Михаил Станиславович сразу признался, за его отсутствие изменилось немного, и даже проблемы остались те же самые. Кадровый дефицит. Из-за этого поликлиника не в силе оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Вот, к примеру, достать талон на лечение зубов, сейчас словно выиграть в лотерею. Комплектованность врачебными кадрами и средними персоналом в поликлинике составляет не более 60%. Для нас это, в общем-то, проблема. И отсюда иногда возникает недовольство населения, что сложно достать талоны. Сейчас в учреждении работают 11 врачей, при этом имеется 9 свободных мест. Несмотря на кадровый голод, стоматологи оказывают помощь за пределами города. В этом году было совершено 8 командировок в муниципальное образование. В планах на следующий – не менее 7 выездов. Врачи посетят Шойну, Харуту, Хариевера, Анди, Кнельминос, Тельвиску и Красное. Главная проблема – кадровый дефицит. Обещает новый старый руководитель, постепенно будет решаться. Уже в этом году коллектив пополнится новым специалистом. Еще 2 предстоит пройти интернатуру, а уже после они также готовы приступить к полноценной работе. Впрочем, закрывая одну проблему, возникает другая – нехватка кабинетов на всех врачей. Года 2 назад этот вопрос тоже поднимался, и тогда одно из предложений было, когда переедет взрослая поликлиника в свое или в новое здание, как планировалось, что для них сделают, или куда-то их переселят. Один из вариантов, что стоматологическую поликлинику можно было перевести в здание взрослой поликлиники. Но, к сожалению, продолжение этой темы не нашлось. И, как говорится, имеем, что имеем. Время идет. Количество населения региона неуклонно растет, а значит и пациентов становится больше. Вот только принимать их в старом здании все сложнее. Попросту не хватает места. Эту проблему, уверяют стоматологи, нужно решать одну из первых. Закир Вафин, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».